Я в поселке Соленом, сельцо небольшое. Это, наверное, Соленовский ручей. А, нет, это угольный. Угольный ручей. Соленое поселок. Соленое делает дорогу, асфальтирует. Это интересно. Сразу преобразится, если проложат асфальт. Уже будет другой комфорт совершенно. Здесь есть предпосылки для интересного отдыха. Есть всевозможные объекты туристические, интересные. Кислые родники, Кизелбек, Мишкин бугор и так далее. Как только сделают дорогу, асфальтируют, то поселок, очевидно, оживет с новой силой. И сюда попрутся туристы. Небольшое благоустройство достаточно будет. Замки понастроили. Оживет ли кто-нибудь в них? Большой вопрос. Как-то тихо, безлюдно, никого не видно. Подснежники. Сегодня 29 октября. Вчера 28. Было так тепло, что температура поднималась до 28-27 градусов тепла. И вот по новой началась весна. Самогон и кур.
со мной. А ее Куба дорогой добил наливочку со мной. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.